выбивали. Так, я сейчас попробую туда залезть. В интересном месте. Бассейн. Этот бассейн председатель колхоза строил специально для жителей деревни. Совершенно бесплатно. То есть он ездил куда-то отдыхать, увидел что-то подобное, вот, и решил то же самое сделать для своих жителей деревни. Но пошло что-то не так. Где-то уходила вода. Так не запустили ни разу. Да, размеры, конечно, впечатляют. Сейчас другой фонарик возьмем. Бассейн выглядит снизу. Здесь вот батареи стояли. О, болгарки тут спиливали.
стоит. Походу, что-то выдирали. А, ну вот там мы были. Это значит еще один вход. Алюминий кто-то для себя тут притарил. Это получается, мы прям вообще вокруг бассейна прошли. А, ну тут еще не до конца их срезали. Так вот. Лестницей в разные стороны выходили и там выходили. То есть фактически верхнего входа в этот бассейн не было. Вот как. Вандалы уже начали все ломать, разбивать и крушить. То есть человек, переодеваясь в том здании, уже в плавках там выходил, проходил по коридору, выходил наверх и шел купаться. И потом точно так же помылся и пошел в раздевалку. Входов не было, там просто выпилили. Да, круто.